Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем в каналочку на сервере Ordinary Replay, Центральный округ. Мы здесь Кирилл Подболови, не забывайте вводить маник по регистрации, и сегодня у нас будет необычная серия. В этой серии я куплю машину для конкурса. Бюджет у меня до миллионов примерно, потому что опыт мой первый в таком. Я никогда такого не делал, не покупал машину для конкурса, а итоги конкурса, пацаны, будут примерно, наверное, в понедельник, либо во вторник. Ссылка на конкурс уже есть, если что, в описании, поэтому можете участвовать. И я думаю, каждому может повезти. Почему на родине? Потому что на родине можно иметь машину без квартиры. Вы просто регистрируйтесь, я вам сразу могу за рубль или там за 10 тысяч продать машину. Поэтому это очень круто. С вас на лайки и не забывайте подписываться на канал. Погнали! Так, я приехал на рынок низкого класса, но здесь ничего интересного нету. Ну, разве что такой же Логан, который я и арендовал. Но я думаю, Логан это будет такое себе. Хотя он стоит 800 тысяч, но в принципе нет, мне Логан не нравится. Ладно, тем более, поэтому поехали, наверное, в автосалон среднего класса. Посмотрим, есть ли там что-то. Если там ничего не будет, то уже поедем на Булрынок. Будем пытаться там что-то купить до миллиона. Итак, я приехал на рынок среднего класса, и здесь ничего нету, кроме газели. Кстати, пацаны, если вам зайдет эта тема, то есть конкурсы машин, если здесь хотя бы будет 50 лайков, и будет участвовать хотя бы, ну, 50 человек хотя бы, если будут участвовать, то я буду там 2 или 3 раза в месяц делать такие вот конкурсы на машины. Конечно, не очень дорогие машины будут, но я считаю, для новичка, там, бюджетненькая такая машинка до миллиона будет в самый раз. Так, пацаны, я уже на рынке, я нашел Камри, довольно-таки прикольненькую. Так, у нее стоит длинная голова пара, мягкая резина, она даже не ФТ, блин, я ХЗ даже на самом деле. Блин, я не знаю, это, конечно, Камри хорошая машина, все остальные здесь сильно дорогие, там, у 2 миллионов. За 1.3 я бы забрал на самом деле. Так, я тут нашел, короче, Honda Accord. Так, чип стоит, уровень. Ладно, в принципе, можно купить, пробег у нее небольшой. Состояние у нее плохое, конечно, ладно, мы его починим. Honda Accord, я считаю, тоже нормально будет тачка. Camry просто, блин, 1.3, там даже не ФТ, понимаете, поэтому... Точнее, 1.4, 1.4 как-то дороговато, а вот Accord за 860 тысяч, я считаю, это вполне себе нормально. Так, цена 860 тысяч, так, можно, в принципе, купить. Все, я купил за 860 тысяч, в принципе, все, заебись. Ну что ж, пацаны, я купил вот такую вот малышечку Honda Accord, я считаю, вообще отличный просто вариант. На дисочках. Карпас, конечно, у нее небольшой, давайте посмотрим. У нее стоит чип уровня 3, слики стоят и стробоскопы еще стоят. Я считаю, это в принципе нормально, едет на 202 километра. Давайте ее сейчас перекрасим, диски я трогать не буду. Сейчас перекрасим, починим и починим еще износ, чтобы износ был 100. Итого у меня, пацаны, осталось 6,5 миллионов. Ну, в принципе, нормально, в следующей серии, я думаю, пойдем в Казик, и потом, не знаю, что будем делать, в принципе, может еще что-то купим, не знаю, посмотрим. Так, короче, давайте перекрасим, 244, я думаю, один. Пробуем покрасить и посмотрим, что из этого получится. Я хочу красного цвета просто, чтобы она выделялась. Вообще шикарно, мне кажется, да, пацаны? Такая Honda Accord красненькая. Все, пацаны, я ее починил, теперь у нее целка 97, поставил еще нитросик сверху, поэтому прям заебись просто. Я считаю, что для первого такого розыгрыша вот эта машина просто идеальная. Черный Хаммон, такая красненькая, с нитросиком, и немножко стоит тюнинга. Я считаю, это очень круто, поэтому, пацаны, с вас ставьте лайки. Повторюсь, что итоги на эту машину будут либо в понедельник в серии, либо во вторник. Именно в начале серии я сделаю итоги на эту машину. Ссылка на конкурс, если что, есть в описании под видео, поэтому обязательно участвуйте. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.